индивидуальный предприниматель Идрисов, нахожусь в Белгородской области, город Короча. В 2017 году решил возвести ангар. Ангар получился площадью 800 квадратов, длина его 40 метров, ширина 20 метров. Ну, высота по коньку 7,5 метров. После постройки ангара решил его утеплить, для того, чтобы здесь находятся люди, чтобы он был теплый. И решил остановиться на продукции завода «Типофол». Решил остановиться на «Типофоле» из-за того, что, во-первых, толщина 50 миллиметров, во-вторых, он идет замком, то есть не остаются мостики холода. И длина идет под заказ от 10 до 100 метров. Второе преимущество в том, что за счет фольги, которая нанесена на утеплитель, получается дополнительное освещение, то есть получается светоотражающий эффект. Ангар утеплил осенью 2017 года, перезимовал две зимы. Могу сказать, что отзыв будет только положительный. 17-18 год зима была похолоднее, ангар протапливал раза 7-8. 18-19 год зима была потеплее, протапливал раза 4. В ангаре стоят 4 тепловые пушки водяные, и этого тепла хватает. И хочу сказать, если кто-то пожелает утеплить себе ангар, буду советовать «Типофол».